Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой блог. Доброе утро, всем хорошего настроения, позитива. И я тут сделала тесто, делаю оладушки на завтрак. Вот. И, в общем, сейчас уже буду дальше печь, поставлю кофе и позову всех своих завтраков. Всем доброе утро, всем позитива, хорошего настроения. А я с утра пораньше. Уже мчу. В общем, планов много на сегодня. Что-то дорога сужается. Понятно. Настроение позитивное. Все отлично. Как у вас? Сегодня что-то похолодало. Так туманненько, морозненько. И что-то так местами метет. Хотя минус 12 машина показывает, но неизвестно на самом деле. У нас, смотрите, вам видно, какой экран горит. Отремонтировали наш театр внутри. Все закрыло. Вон там такой экран большой, мигает и горит. Отремонтировали. Еще не была после ремонта, но говорят, красиво стало. Город облагораживается, улучшается. Это мы с вами в Ленинском районе нашего города, в старом районе. В общем, красота. Думаю, что сейчас пробки начнутся. Сейчас все проснутся и помчатся за подарками, за продуктами. Ничего еще не попало с продуктов. Но, в общем, все еще впереди, впереди. Хочу вам показать и познакомить вас с очень интересными продуктами от фирмы Ритмика. И это у нас спирулина в таблетках, сине-зеленая микроводоросль с высоким содержанием белка до 60%, со всеми незаменимыми аминокислотами. За счет вот этого белка, который содержится в спирулине, она быстро и надолго утоляет голод. Антиоксиданты, витамины и минералы в спирулине повышают выносливость организма. Здесь вся таблица, какие содержатся витамины в спирулине. Она обладает противовоспалительным и антиаллергическими свойствами. Также она применяется для профилактики онкологических заболеваний и снижения яркости симптомов от острых вирусных инфекций. Вот так вот она выглядит в таблетках. Ну, конечно, у нее есть противопоказания. Это индивидуальная непереносимость или там аллергия на водоросли. Также спирулина еще в порошке, которую добавляется. Спирулина готова к употреблению и не нуждается в какой-то дополнительной обработке. И вообще 1 грамм спирулины на 10 килограмм массы тела человека. При массе вот примерно 50-70 килограмм, это 5-7 грамм порошка или 20-28 таблеток. Такая вот суточная норма потребления спирулины. Своих уникальных свойств спирулина нашла широкое применение в косметологии. На ее основе разрабатываются питательные и омолаживающие маски для лица и смеси для антицеллюлитных обертываний. Делает кожу гладкой и подтянутой. Еще не менее интересный продукт от фирмы Ритмика – это хлорелла. Зеленая водоросль, богатая белком, витамином А и В12, омега-3, омега-6 жирными кислотами. И всего 3 грамма этого продукта содержат суточную дозу витамина А и В12. Она употребляется для повышения иммунитета и выносливости организма, снижает риск возникновения анемии, депрессии из-за гиповитаминоза. Также она природный поливитамин, укрепляет иммунитет, повышает выносливость, способствует восстановлению организма после интенсивных тренировок. Еще один не менее интересный продукт и необходимый для организма – это у нас коллаген. Коллаген отвечает за упругость кожи, прочность костей и суставов, участвует в росте волос и ногтей. Появление морщин и старение кожи, проблемы с суставами и связками связаны с нарушением синтеза коллагена. Регулярное употребление коллагена сохраняет красоту, молодость и подвижность на долгие годы.
Этот продукт не содержит консервантов, добавок и аллергенов. Показать, как он выглядит. Здесь мерная ложечка. Вот в таком вот пакетике сам содержится продукт. И получается 2-3 мерные вот такие вот ложки в сутки при массе тела 50-70 килограмм растворяются там в стакане воды, соки, смузи или в любом другом напитке. И этого достаточно для ежедневного употребления. Разглаживает тонкие морщины, повышает эластичность кожи, поддерживает костный матрикс, укрепляет слабые поврежденные ногтевые ложа, утолщает тонкие волосы, замедляет выпадение волос, улучшает кровообращение, способствует выработке глицина для наращивания мышечной массы, помогает снижать жир во время сна. Вот такой вот интересный. Еще хочу вам показать очень интересный продукт от фирмы Ритмика, и это у нас конфеты Спирболы. Вот это вот конфеты с шоколадом. Халва есть медовая со спирулиной. Спирубол с кокосом. И спирубол с имбирем. Конечно, такие продукты больше известны среди диетологов, спортсменов, людей, ведущих здоровый образ жизни. Вообще спирулина содержит специфический вкус, и не всегда все могут, ну, вот как-то ее потреблять в пищу и не заметить ее в своем рационе. Вот такие вот конфетки, они довольно-таки такие плотные для перекуса, для употребления вовнутрь. И при производстве этих конфет, получается, таких вот, спирулина не подвергается нагреванию и полностью сохраняется в ней все полезные свойства. Повышает выносливость организма, стабилизирует вес, уменьшает вероятность возникновения онкозаболеваний, снижает яркость симптомов при острых вирусных инфекциях. И, конечно же, такие вот конфетки – идеальный вариант для перекуса. Также у фирмы Ритмика есть не менее интересный продукт, и это у нас макароны со спирулиной. Вот так вот они выглядят. Из высококачественной пасты из твердых сортов пшеницы с добавлением спирулины. Производится на итальянском оборудовании по традиционным рецептам. Вот такая вот книга рецептов со спирулиной. Здесь много интересных рецептов. Селедка под шубой, салат с макаронами. Можно остановить и заскринить себе интересный рецептик. Классные, доступные такие рецепты. Книжка рецептов. Следующее, что я хочу вам показать, это иван-чай сорта ежный, фирменный в гранулах. Обладает терпким, ярко выраженным вкусом и ароматом, который ему придают флавоноиды, танины и антиоксиданты. Сбор этого чая идет во время цветения, когда растение содержит максимальное количество полезных веществ. В производстве чаем используются только листья, поскольку их экстракт обладает наиболее антиоксидантной активностью. Так вот выглядит сам чай в гранулах. Ну и, конечно, чтобы чаепитие было максимально вкусным и полезным, хочу вам показать еще вот такие вот интересные продукты от фирмы Ритмика. И это у нас пастила яблочно-банановая со спирулиной из свежих яблок и бананов. Классно для чаепития, для перекусов. Сливовая пастила натуральная. Следующее это у нас яблочная. Яблочно-морковная, разнообразная вообще пастила. Пастила яблочно-морковная со спирулиной и лимоном и медом. Здесь у нас яблочно-банановая и еще яблочная со спирулиной. Такие вот интересные
штучки для здоровья и поддержания своего иммунитета. Такие интересные продукты я нашла. Я, конечно же, ссылочку вам оставлю в инфобоксе под этим видео, для того, чтобы вы могли посмотреть и ознакомиться с разнообразием продукции и заказать для себя на подарки для своего здоровья и иммунитета эти продукты. Ну да, у нас реально прям похолодало. И я уже дома. И называется, наконец-то я дома, ура! Заехала в магазин, не хотела заезжать. Думаю, нет, потом точно не пойду, потом не соберусь, потом не захочу идти. Думаю, надо мне заехать в магазин, потому что я завтра, мы там собираемся в одном месте, и Новый год. В общем, сейчас же везде Новый год. И мне нужно с собой будет приготовить и взять салатик. А вот я возьму потом, забегу еще в магазин завтра, тогда мандарины куплю, потому что у меня уже вообще полные руки были. Мандарины куплю, там еще там что-нибудь. Вот, и уже поеду на такой корпоративчик, посиделочки, так скажем, в общем-то, поздравлялочки. Ну, сейчас покажу, конечно, что купила я, где могла купить. В Пятерке, конечно, где же еще? Кроме нее, по дороге тут особо... Хотя надо было в Ленту заехать, в общем, что-то поленилась, но не знаю. У меня заветный блокнотик с моими записями вкусных салатиков и наклеечками, не менее аппетитных, чем рецептики салатиков. В общем-то, я в выборе того, что готовить на Новый год. Так, это у меня тут чек. Будет точно салат какой-то син с чипсами, пока не знаю. Ну, чипсов купила много, потому что и для киношки, и для салатов. Три рецепта у меня салатов есть с чипсами. Поэтому, в общем, вот. Так, это я взяла фарш Инди Лайт. Сейчас быстренько пожарю. Колбаску взяла. Потом морковку по-корейски взяла, две упаковки для салата. Так, это тоже колбаска. Так, что тут интересно? Взяла Альпен Гольд. Один фундук с изюмом, а другой кокос, инжир и соленый крекер. Молочный шоколад. И тут молочный шоколад. А сыр какой-то. Еще вот такую колбасу взяла. Карельская Калинка. Огурцы. И гречка. Две пачку гречки. В общем-то, вот и все. Салат, значит, какой у меня будет. Миллион раз его вам показывала. Сделаю быстрый, простой. Морковка по-корейски, огурец и колбаса. И майонез. И быстро, и легко, и готово. Как бы вот. Так что все. В этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю, очень крепко целую. Говорю вам всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.